Ох, мои дорогие, только что отсняла обучающий урок по яркому макияжу, использовала нереальное количество цветов, завтра выложу фотографию. Ой, знаете, у меня такие эмоции, я ни разу не устала, я снимала видео 3 часа, наверное, даже 3,5, или около 3, это очень сильно меня вдохновило, даже несмотря на сложноту, да, как бы на всю дрочку с видео, меня это нереально вдохновляет, меня вдохновляют мои девочки, которые сейчас у меня обучаются в моей на моем недельном экстрас-обучении, потому что я очень счастлива, что я могу подарить кому-то свое обучение, обучить чему-то, чему умею сама, и, блин, это очень нереально круто, я очень сильно счастлива, и я очень довольна результатом. Взрослая жизнь такая, да муж долбоёб не работает, смотрит сериал. А мне приходится убирать самой за собой. Насрала и теперь убираю. Ну как-то так, никто же за меня не уберет. Я сама мать. Будущее. А еще он меня периодически избивает. Поэтому как-то так. У нас за вот такой завтрак, настроение, карантин. Приятно вообще. Даша приготовила. Кормлю своего таджика. На углях блюдо приготовленное. Я Даша, а это мой муж, токсикоман и киноман. Сегодня он работал целый день и заработал 0 рублей, а потом сломал мне нос. Я не киноман, мне надо когда досмотреть. Когда ты принесешь сюда хоть рубль, сука? Вчера устал, лег спать в 5 утра. Я лежала, зарабатывала до 10 телом, потому что муж не приносит деньги в дом. Ребята, подскажите, пожалуйста, хорошие капли против ринита аллергического, которые просто хорошие, без антибиотиков в составе, а то мы упоримся, еще игроман будет упарываться каплями. Как-то так, для носа. Примерно час назад мы пришли с улицы, и я, блядь, до сих пор, пока киноман смотрит свои фильмы, я до сих пор готовлю ебучие блины, блядь! Ёбаные все на блины, не знаю, что они не запекаются, но, видимо, киш-миш. Я как бы вроде бы иногда люблю готовить, но что-то получается вообще не ситно, вообще не вкусно. Ну и что я с этим могу поделать? Ничего. Вот такое вот кулинарное излишество у меня получилось. Зайцу попался, блин, с волосом. Но это от шефа. Зая обижается на меня, потому что я его бью немного по голове. Он говорит, не бей меня, как Саша Фолкина по голове, не бей меня. Давай, скажи все, что накипело. Я ничего не говорю, что мне накипело, просто это неправильно, когда ты... А он сказал, что ему очень понравилось. Помните, друзья, когда вы совершаете разные поступки, всегда есть правильное решение, и это только ваше. Ты геронтофил? Блять, это просто какой-то ебаный пиздец. Я сейчас снимала свои стразы с ногтя, потому что у меня ноготь, сука, треснул, блять, из-за того, что я не могу, блять, пойти к своему любимому мастеру, блять. Я, блять, снимаю ногти сама. Пиздец, эти стразы невозможно оторвать. Вот, сука, на свою голову научила, блять, теперь клеит, сука, стразы, блять, не оторвать, тварь. Смотрите, просто я поворачиваюсь, тут кусок моего ногтя, мой ноготь треснул, блять. Короче, все чики-пики. Я сейчас снимала его и думала, что я умру, блять. У меня уже холодный пот пошел, у меня в глазах потемнело, блять, голова закружилась. Просто пиздец, с божьей помощью, сука. Еще остались стразы, блять. Ну, короче, пиздец, я не знаю, как их снимать. Вот, блять, научила на свою голову, блять, сказала, клей стразы, научилась клеить, ну, молодец, блять.